Здравствуйте, с вами Людмила. Кто любит бисер, как я, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Это третий вариант браслета. Можно сделать с бусин 4 мм, даже тройка, наверное, подойдет. Беконусы. Вот тут у меня беконусы и красненькие беконусы, а тут бусинки. Вот такие красивые браслеты. Бисер номер 10, круглый я взяла, и бусинки, или беконусы 4 мм. Я набрала 6 бисеринок. Кто видел первые две части, тот уже догадывается, что начало у всех одинаковое. Вот я прохожу через 6 бисеринок. Можно оставить так и продолжать. Можно сделать пару узелков, чтобы не растягивалась работа. Потом надо будет одеть иголочку и спрятать конечек нитки. И прохожу несколько бисеринок вперед от узла. Беру 3 бисеринки, прохожу через бисеринку, где нитка. Разворачиваю. И прохожу 2 бисеринки вперед. Я взяла 9 бисеринок. И прохожу через эту же бисеринку. Я каждый раз работаю, разворачиваю, чтобы нитка у меня была бы справа. Я взяла бусинку, прохожу через центральную бисеринку. По бокам у меня 4 и 4 бисеринки. И вставляю бусинку вовнутрь круга. И сразу прохожу 2 бисеринки. Просто иглой. Беру одну бисеринку, прохожу 1, 2, 3, 4, 5. Мне нужно пройти 5 бисеринок. Прошла я сразу 2. Вот третью прохожу, просто иду по кругу. Третью прохожу, можно сразу и четвертую пройти. И пятую прохожу просто иглой. Я взяла одну бисеринку и прохожу 3 бисеринки вперед. Я взяла 3 бисеринки, прохожу через бисеринку. Разворачиваю, чтобы удобнее было. И вот эти 3, которые я сейчас набрала, мне надо снова пройти иглой. Вот можно сразу 2 пройти, чтобы это быстрее было. И с третью бисеринку. Беру 3 бисеринки и прохожу вот через которую мы добавляли. Ее хорошо видно. Беру одну бисеринку и прохожу через ту же бисеринку, откуда у меня выходит нитка. Через одну бисеринку. Вот я ее потянула, вот она, которую я сейчас... Вот, видите? Теперь взяла снова 3. И прохожу вот через вот эту боковую бисеринку. Вот 1, 2 и третья сбоку.
и прохожу через одну. Вот она, бисеринка. Вот. С колечком соединяется. И вот через эту бисеринку надо пройти просто иглой. Их тут 4. 1, 2, 3, 4. Вот через эту я прошла, вот эту и эту надо обязательно пройти. Чтобы вот до вот пики вот этой оставалось всего 2 бисеринки. Вот ее хорошо видно, 2 бисеринки. Значит, все правильно. Я взяла 3 бисеринки, через макушку прохожу. Видите, между ниткой и макушкой у меня 2 бисеринки. Это как можно посмотреть, правильно вы прошли или нет. Беру одну бисеринку и прохожу через ту же бисеринку, откуда идет нитка. Вот она стала у меня. Беру 3 бисеринки и надо пройти 2. Вот эту бисеринку и следующую. Еще раз повторю. Беру 3 бисеринки, прохожу через бисеринку. Это все повторяется. Разворачиваю и прохожу 2 бисеринки. Я набрала 9 бисеринок. Прохожу через ту же бисеринку, где нитка, и делаю круг. Я взяла бусинку и прохожу через центральную. По бокам у меня остается по 4 бисеринки. И вставляю бусинку в центр круга. Сверху или снизу, это не важно. И сразу прохожу иглой 2 бисеринки. Взяла одну бисеринку, прохожу 5 бисеринок по кругу. 2. Три, четыре. Нет, я одну только прошла. 3. Я стараюсь не крутить, чтобы вам было бы видно. А вы крутите, чтобы вам удобно было бы иглой работать. И мне надо 3 прошла, еще 2 пройти. Пять бисеринок я прошла. Беру одну бисеринку и прохожу 3 бисеринки вперед. Я взяла 3 бисеринки, прохожу через бисеринку. Вот я набрала 3, я разворачиваю и эти же 3 прохожу снова просто иглой. 2 и третью. Я взяла 3 бисеринки, прохожу через одну. Я взяла одну бисеринку и прохожу через эту же бисеринку, откуда идет у меня нитка. И подтягиваю. Вот. Встала. Я приблизила, чтобы это видно было. Я взяла 3,
Мне нужно пройти вот эту бисеринку, вот эту бисеринку и вот эту бисеринку. Так, сейчас постараюсь вам не крутить, чтобы видно было. Вот, видите, тут 4 бисеринки. 1, 2, 3, 4. Вот, прохожу через вот эту бисеринку. Вот у меня нитка выходит. Через вот эту бисеринку соединяет мне рисунок. При вас я немножко поверну. И через вот эту надо пройти. Просто иглой. Как проверить, правильно вы прошли или нет? Вот макушка, вот у меня нитка. Между ними две бисеринки. Вот видите? Раз, два. Значит, все правильно. Вот я прошла. Раз, два, три. Я взяла три бисеринки. Прохожу вот через вот эту бисеринку. Я взяла одну бисеринку. Прохожу через эту же бисеринку, где нитка у меня. Я взяла три бисеринки и прохожу две бисеринки. Сделаю еще один цветочек. Три. Прохожу через бусинку. Разворачиваю. Прохожу через две. Набираю 9. Прохожу через бусинку. Подтягиваю. Я взяла бусинку, прохожу через центральную и вставляю в центр, вовнутрь. И сразу прохожу через две бисеринки вперед. Одну взяла бисеринку и прохожу вперед. Вот я сразу прошла три. Взяла одну. И прохожу 3 вперед. Взяла 3 и через бисеринку. И надо пройти через эти бисеринки в обратном направлении. Я взяла 3, прохожу через макушку. Взяла 1, прохожу через ту же бисеринку. Откуда нитка идет? Взяла 3. Мне нужно пройти через вот эту бисеринку, вот эту и вот эту. Через центральную соединяет.
два цветочка моих. И следующую. Обязательно надо пройти через следующую, чтобы между ниткой и вот этой было бы бисеринкой, две бисеринки всего. Иначе не будет рисунок держаться. Вот видите, раз, два до этой бисеринки. Беру три через бисеринку. Беру бисеринку, через эту же бисеринку прохожу. Беру три и прохожу через две. И продолжаем столько, сколько вам надо. Меряем по руке. Сейчас я буду заканчивать и вам покажу. Меряем, сколько нужно, столько и плетем. Делаю петельку, беру 5 бисеринок, прохожу через вот эту бисеринку. Делаю круг. Прохожу еще раз по всем бисеринкам по кругу. Петелька у меня готова. Я набрала 6 бисеринок. Слева или справа, с лицевой стороны, это не важно. Как, где выходит ниточка, туда идем. Вот тут нужно ориентироваться. Может, иногда бисер, хоть и написан в десятка, он настолько разный. Поэтому может быть 6, а может быть даже 7 бисеринок понадобится. Вы оденьте, посмотрите. Вот мне нужно 6. И прохожу через ту петельку, которую мы одну одевали. И вытаскиваю иглу. Если у вас так не легло, значит добавляйте бисеринку или отнимайте. Это все зависит от бисера. Тут у меня 6 бисеринок. Я набрала 7 бисеринок. 7, теперь 7. И прохожу через следующую бисеринку. Вот она, которая одна. И прохожу. И тут иду все по 7 бисеринок. Если у вас не хватает или много, значит отбирайте. Главное, чтобы вот этот ряд был ровный. Вот он, вот этот ряд был ровный. Ровно шел. Снова я набрала 7. И прохожу через бисеринку. Вот она. Когда я прошла до конца, я снова беру 6 бисеринок и прохожу через бисеринку. Вот эту, где соединяется петелька и рисунок. Вот я прошла. Теперь снова набираю 6. Вот я набрала опять 6 бисеринок и через бисеринку. Я набрала 7 и через бисеринку. Снова я набрала 7 и через бисеринку. И заканчиваю, беру 6 бисеринок. Все. Прохожу через эту бисеринку и прячу иглу. Вот я прошла через 2.
Теперь мне осталось просто спрятать бисеринку. Ой, нитку. Я просто прохожу по бисеринкам. И можно сделать узелки. И браслет у нас готов. Спрятать нитку надо. Вот я пошла вниз. Ну, тут уже как вам удобно, так и прячьте нитку. Все, браслет готов. И потом только осталось одеть через колечко замочек. Можно с цепочкой, можно без цепочки. И вот такой шикарный браслет у меня получился. Надеюсь, вам понравилось, и у вас тоже все получится. Если что-то не получается, посмотрите первых два варианта. От простого к сложному. Хотя тут не очень и сложно, просто от простого идем к такому браслету. До свидания!